Всем привет, и с вами я, Тень, и сегодня тестеров Пиксельгани настоящий ужас и кошмар игры. Это жижевая коса, ну а вы садитесь поудобнее, ставьте лайк, а также не забывайте подписываться на мой канал, ведь я старался и тестировал эту мощнейшую и чудовищную пушку. На вид это куча слизи. Однако, не стоит недооценивать кучу слизи, потому что она может растягиваться. Да, у нее сумасшедший радиус поражения, однако есть одно очень большое но. И это но, можно так сказать, большой минус. Как я сказал, у этой пушки сумасшедший радиус поражения, однако у нее нет урона по зоне, поэтому, что разработчики написали урон по зоне, сразу вычеркивайте, потому что его вообще здесь не существует. И сразу нескольких противников эта пушка не заденет. Она эффективна только против одного противника. Однако это не мешает пушке получить 6 звезд, потому что она наносит просто колоссальный урон. Даже больше, чем, сказать, у тяжелых орудий даже. Поэтому тут уже все на стороне этой косы. Еще и вдобавок отравление хорошее, поэтому если у противника слабая броня, а вы попали именно по броне, то уже отравление может его добить. В итоге один удар, один труп. Кстати, до этого видеообзора я тестировал эту пушку, и она показала себя даже больше, чем я думал. Поэтому, если вы вдруг задумали ее брать, обязательно берите, потому что она выкашивает в прямом смысле даже в бою команд или еще в каком-то режиме. Собственно, вот вам и итог. Чудовищный, бешеный, кровожадный монстр. Ух, всем голову с плеч и мозги сожрать ваши. Ну а я благодарю всех за просмотр этого видео. Не забывайте ставить ваши лайки и не забывайте подписываться на мой монстрический канал.